Николя Пекян 8 лет, но она только недавно научилась читать. У девочки тяжелое врожденное заболевание, но любовь к книгам и упорная работа Николь и ее мамы уже дали первые результаты. Городская центральная библиотека, она очень помогает нам в развитии, формировании мышления наших детей, в основном образовании, а также дополнительном, которое им помогает раскрыться в полном объеме, чтобы в дальнейшем наши дети стали конкурентоспособными, перспективными членами нашего общества. Потому что очень много наших детей очень перспективные, очень талантливые, но не хватает знаний, не хватает опыта, не хватает какой-то литературы. Помочь родителям, воспитывающим детей с ментальной инвалидностью, правильно подобрать нужные и полезные книги для чтения – вот главная цель акции. Этот год объявлен президентом Российской Федерации годом литературы. И в наших библиотеках проводится ряд акций для населения города Сочи. И сегодняшняя акция она направлена на то, чтобы сделать шире возможности для людей с инвалидностью, для детей с инвалидностью в тех услугах, в тех ценностях, которые есть сегодня в нашем городе и в наших библиотеках. Среди участников акции 33 ребенка-инвалида, а также члены их семей. Ольга Стронская – мама 4 девочек. 2 из них страдают тяжелыми заболеваниями. Но акция оказалась интересна и полезна всем. У меня вот одна, например, любит очень стихи. Прям вообще зачитывается, другая сказки любит. И вот иногда просто даже фантазии не хватает. И получается, вот это будет большое, огромное подспорье. Даже да, и прийти, посмотреть, ознакомиться. Действительно, и уже быть знатоком, как говорится, в последних новинках. Каждый маленький участник акции получил в подарок книгу, соответствующую его возрасту и интересам. Кроме того, для детей провели мастер-класс по аквагриму. Галина Захарова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.